Всем привет! Сегодня расскажу про выполнение задачи блок 12, где нужно быть первым по дамагу и нанести 4К. Это задача на Химеру. Делается она с 7 по 10 уровень задачка. И вопрос сразу же возникает, на чем ее делать. Как бы вам не хотелось сразу сказать, что вот нужно просто ехать на десятках и лупить, я скажу, что и да, и нет. Да, и нет. Почему? Потому что, чтобы занять первое место по урону, у вас должно быть в чем-то преимущество, да? Или в альфе, или в ДПМе, или в том, что вы должны ворваться куда-то и просто всех разносить. На десятках часто такого не бывает. Поэтому мой вам совет: вы берете и какие-нибудь ПТ 9-8 уровня. Нет у вас прем ПТ, да, у меня вот этот танчик выдан за тариф игровой в январе месяце. Но если у вас такой возможности нету, то вполне подойдут вафли 9 уровня, которые альфа 500. С хорошим пробоем. Торт 9 уровня, который может, опять же, куда-то ворваться и перестреливаться с кем-то, да? Ну, из 8 уровней вам нужно будет просто ждать какой-нибудь хороший бой. Кстати говоря, Т-30, кстати говоря, также на 9 уровне тоже подойдет с пушкой на 750 с альфой. Вот, на 8 уровне также можно на Хариотере британская ПТ, которая идет к бабахе. И главное, эта особенность задачки в том, что на самом деле на 8 уровнях вам на ПТ будет ее легче сделать. Потому что если у вас будет хороший бой, если у вас будет хороший бой, вы автоматом будете в топе. Но так как это блок, в принципе, также подойдет очень хороший бой на среднем танке. Таком как Леопард или Т-55А за ЛБЗ. Но у меня, так как нет ни того, ни другого, еще не прокачался. Соответственно, ездим пока что на ПТ-шках. И почему? То, что да, какие-то сильные скилловые игроки могут там ездить, да, находить прострелы, попадать с дальних дистанций, выцеливать там и так далее, да, на средних танках. На ПТ-шках от вас нужно просто знание и опыт отыгровки. То есть в чем сила ПТ? В том, что вам даже не нужно каким-то обладать мега каким-то скиллом. Все, что вам нужно, это наносить урон и аккуратно отстреливать танки, которые будут ошибаться. Чем, соответственно, этот бой и был показателен. И здесь будет самый прикол. Смотрите, задняя башня из Саши Стова. Это кто говорит, что в этой игре у нас нет подкруток,
и откуда. Смотрите, как сейчас можно было это не пробить? Объясните мне, как можно было это не пробить? В итоге победка. Блок 12 сделано. Но там с отличием нужно было выжить. Но там за выживание дают этот самый слот в ангаре, поэтому нафиг не нужен. 4К. Я говорю, вам все, что вам нужно вот на 8 уровне, вот вам, да, это хороший бой. Хороший. Такие бои случаются, особенно на ПТ, они случаются, такие бои. На том же борще, да, на том же борще можно накидать четверку. Все, и у вас эта задача будет сделана. Этим ПТ и сильны. То, что вам нужно, просто хороший настрельный бой. Тот же Вестфилд, например, да. Вы встали на горочку на ПТшной, а команда противника начинает на вас рашить. Все, у вас готовый бой. Все, всем удачи в выполнении, всем пока.